все с ужасом ждут следующий год, прямо вам скажу, со страхом большим. А вы ждете с таким, знаете... Я наоборот считаю, что это будет годом прозрения, осознания, что ядерной войны точно быть не может. И вообще войны быть не может. Это уже мы увидели сейчас. В общем, мы вышли в хороший финал.